Добрый день! Мы сегодня вырвали яркий солнечный денек из ноябрьского календаря и прибыли вот на такое красивое и замечательное место на Немане. Выше плотины получается, водохранилище Гродненское. Ну и сейчас попытаемся половить здесь, хотя бы увидеть несколько поклевок в эту пору года. Интересно, что в других городах Беларуси уже давно лежит снег, где-то растаял и заново лег уже по несколько раз. Лично я еще пока снега в этом году не видел, только какой-то намек на мокрый снег. Один раз меня застал на улице, и то ненадолго. Хотя в другой части города люди уже тоже видели снег, но вот у нас почему-то намного теплее. Хотя все предыдущие вот эти дни были дожди постоянные такие, беспробудные. Ужасная, пасмурная, страшная погода. Но вот сегодня просто повезло, и нам улыбается солнышко. Пойдемте скорее попробуем найти перспективные точки и начать ловлю. Вперед! Давайте расскажу о своей оснастке. На двух предыдущих видео подводных можно было ее видеть в работе, хотя сама оснастка очень тоненькая и прозрачность была там не очень хорошая, поэтому сложно ее разглядеть. Даже сейчас, наверное, будет ее сложно разглядеть. Тут лучше, наверное, все это показать в домашних условиях с хорошим наездом, с хорошим фоном, где-то за столом. Но, тем не менее, часто спрашивайте, просите. Показываю. Значит, лесочка восьмижильная плетенка UGK 0,8 по японской классификации, что-то там в районе 0,15, и она толщиной, реальной толщиной. И шок-лидер, две длины удилища, чуть-чуть короче уже, укоротился немного. 0,26 леска, Дайва, сенсор. Так как до сих пор гадаю, нужен отвод под кормушку или не нужен, пришел к такому среднему знаменателю, золотая середина, сделал коротенький отвод, буквально вот 4 сантиметра, малюсенький, маленький, и вот будет он помогать мне в работе. Значит, лесочка 0,28 флюоркарбон, маленькая-маленькая петелька, которая будет скользить у меня по шок-лидеру. Как ее вязать? Значит, вяжу обычную петлю, такую же, как вот на конце поводка. И прежде чем затянуть этот узелок, вставляю туда скрепку. И затем пытаюсь, немножко вот сложный момент, но со временем начал хорошо, удобно получаться. Стягиваю этот узелок на эту скрепку. И получается микро-микро петелечка такая. Вот ее затягиваю хорошенечко зубами и отрезаю. Стрикалкой для ногтей всегда такую использую. Очень удобно отрезать под самый край. Получилась микропетелечка, которую загоняю сейчас на основную леску. С другой стороны у меня маленькая-маленькая нахлыстовая застежечка. Наверное, не самая маленькая, но вот средний. Не супер микро, а такой вот средний спиннинговый, где-то микроспиннинговый уже вариант. Проверил их в работе, даже вот зацепил за что-то и пытался оторвать. В итоге продрал зацеп. Она подразогнулась, но кормушку как бы не потеряли. Загнул ее назад пальцами, немножко на форму свою терял, но работу свою выполняет. На более грубых отводах загоняю еще карповый силиконовый конус такой, чтобы закрывать потом вот эту вот заглушку, чтобы ничего вообще под водой не стучало, не звенело, как бы не было скрежета металла. Нам это может быть показаться смешным, но на самом деле там звук под водой очень хорошо распространяется, в 6 раз быстрее, и может быть где-то, мы ж не знаем пока что, не так далеко шагнули. Рыбе это и не нравится. Предположим. Ну, здесь вот микро-микро застежка, поэтому этот даже конус карповый будет и грубовато смотреться. Тоже привязал его и узелок, хвостик под самый край отрезал. Загнал на свой шок-лидер. Беру стопорок. Такие тоже самого маленького размера стопорки. Быстренько его тоже загоняю. Можно, в принципе, и без топорков. Чуть-чуть побольше, поплотнее узелок связать. Будет нормально. Но стопорок тоже веса никакого не имеет. Темненький, маленький, незаметный. Но выполняет функцию под весом кормушки. Он отводит немножко. Вот этот вот отвод под поводок. Он делает этот вот угол 90 градусов. И здесь на конце быстренько вяжем просто петельку. Такую же обычную петлю. Сантиметров она там 10, 12, 15 в зависимости от длины отвода. Одинарный узел, двойной, как там уже вам удобней. Затягиваю.
Отрезаем сначала этот хвостик под самый-самый край. Получилась вот петелька. И теперь один из тоже концов петельки возле узла тоже отрезаем. Получилась просто леска, узел. И дальше пошла одинарная леска, на конце которой мы вяжем одинарный обычный узелок. Малюсенький, который, за который будет крепиться наш поводок. Поводок, получается, мы удавкой будем надевать. Ну, то есть, как петля в петлю, только на одинарную леску затянули, и все, он даже вот за этот маленький тоненький узелок уже с него не проскочит. Снимать поводки, менять. Можно взять иголочку. Немножко так его толкнул, пододел, спокойно снял. Если быстро надо менять, я просто беру, срезаю тоже под самый край. Иногда остается, иногда слазит этот вот остатки бывшего поводка. Даже если остается там немножко за время соревнований, их тут пару штук повиснет. Пучок такой получается смешной. Где-то бывает, он там может быть и зацепится, но единичные случаи. Чаще всего он просто слетает отсюда. Вот и все, оснастка готова. Не знаю, попробуйте предложить мне что-нибудь легче. Только если этот силикон убрать. Получается так, что даже вот эта вот нахлыстовая застежечка без вертлюжка, она легче, чем загнать сюда вертлюжок с микрозастежечкой, получается. Без отвода. Она вот легче этой оснастки даже без отвода. За счет своего размера и того, что нету никаких бусинок. И ни в коем случае термоусадок. Сейчас вот холодная вода, самая тонкая ловля будет в году. Самые тонкие поводки. Еще важный момент. Вот я буду ловить. И если вдруг у меня вот эта леска, которая идет к поводку, где-то возле кормушки заломалась, замоталась за кормушку один раз и сломалась, получился свинячий хвостик, то дальше она уже будет путаться, особенно если боковой ветер там что-то. Тогда мне нужно просто, я свой стопорок силикона отодвигаю, заново вяжу эту петельку за полминуты и продолжаю ловлю с обновленной снасткой. Хотя там чуть-чуть дистанцию можно с клипсы снять и добавить вот этот вот этих 20 сантиметров или сколько там. Вот и все. Такая вот микро, супер легкая. Может быть, одна из самых легких фидерных оснасток. Именно под капризную рыбку. Осталось одеться до грузик. И вот все красиво отходит в бок. Сейчас будем мериться и искать перспективные точки. Итак, промер. Несколько предварительных забросов я сделал, чтобы немножечко понять хотя бы, что здесь на дне. Но, как нам и говорили, в принципе, мелководный залив Неманский, ровненькое дно, 1,5 метра глубины. Единственное, что я вижу справа от меня, довольно далеко уходит ковер из травы, растений. И я примерно вижу, где они заканчиваются. Вот здесь вот, довольно далеко, там почти по центру озера. И так как на дне практически не к чему привязаться, я вот сейчас покажу заброс. Ну вот на максимум, не то чтобы на максимум, ну максимум, комфортный максимум, так скажем. Протягиваю. Там еще немножко залипает. А дальше даже так вот хорошо начинает прыгать по ну не по ракушкам, просто по барханчикам грузик. И будет он так вот прыгать почти до самого берега. Ничего там нету. И поэтому, наверное, я все-таки остановлюсь. И все равно я думаю, что придется сегодня бегать по точкам, искать эту рыбку. Но вот для начала я хочу остановиться прямо напротив того края травы дальнего. И кажется, пока она еще полностью не там на дне не сгнила, не растворилась. Да, вот здесь такая же глубина, практически сразу грузик на раз и упал. Поэтому высчитывать тут секунды и выставляться по глубине смысла нет. И я, наверное, привяжусь вот этого, к этому краю травки и буду возле нее и ловить. Если у меня поклевок не будет, в это время года нужно, конечно, посидеть, подубинить. Но потом могу начать смещаться то ли дальше, то ли ближе. Наверное, еще чуть-чуть дальше. Не докинул я до той травы. Где-то вот так вот выставлюсь.
Ну и так вот довольно приличная дистанция получилась. 40 с чем-то оборотов. Сейчас еще раз посчитаю. Запомню эту дистанцию. На колышки уже выставлять не буду. Не настолько все серьезно сегодня. О, красиво. Прямо напротив травки. Протянем еще разок. Жалко, что вот промерочные грузики плохо показывают траву на дне. Очень часто было так, что грузиком промерился все чисто, начинаешь только ставишь кормушку или крючок и сразу начинаешь траву вынимать. Ну, несколько забросов, почищу точку там от этой травки. Будем ловить. Все, в принципе, достаточно, можно начинать ловлю. Много времени на промер терять не будем. Немножко о своей прикормке, хотя тут рассказывать особо нечего. На предыдущей рыбалке у нас ее очень много осталось. Была короткая довольно сессия, вызвали нас домой. Ну, я ее просто вот разморозил, сейчас бросаю на сито. На солнышке она отогрелась. Быстро и просеиваю. В тот раз долго искал кротовину, здесь вот тоже... Если вдруг понадобится больше прикормки, придется искать крота. И тоже я здесь их пока не видел. В тот раз по водоему долго ходил, крота нашел, но земля оказалась очень влажной. Может, надо было немножко поглубже порыть. И влажную эту землю, перевлажненную, я исправил за счет того, что добавил полуувлажненную прикормку. С землей она смешалась, быстро выпила воду из земли. Еще немножечко постояла, несколько раз я ее перегнал через сито, и получилась отличной консистенции, вот как и сейчас, в принципе, размороженную. Если она была заморожена в правильной консистенции, то такой же она и останется. Вот довольно, ну, влажная, липкая. И земли здесь немножко больше, чем самой прикормки. В это время года расход прикормки минимальный. Это вот моя четвертая будет рыбалка, ну, пускай третья, с килограммом прикормки. Мне хватило. Это Trapper Gold серия. Я уже даже точно не помню, то ли эксперт, то ли компетишн у меня. Ароматика чувствуется, ну, такая еле-еле. Вот землей мы как раз эту прикормку сильно и обеднили. Будем пробовать. Начнем с чистой земли и по чуть-чуть будем добавлять... мотылика, конечно, вот за предыдущие рыбалки, подводные съемки, я понял, что нужен кормовой мотыль. У нас маленький город, и кормового мотыля нет смысла как бы продавать. Хотя выкрутиться можно, как бы перед выходными там пацанами собраться и заказать килограмм мотыля с Минска, раздербанить на всех. Скоро вот придет лед, и уже со льда должны некоторые магазины будут продавать того же кормового мотыля. И в холодное время года все-таки вот маленький мотыль, когда шевелится на дне, без всякой, может, даже и прикормки, просто с землей, он намного интереснее будет для рыбы. Потому что, глядя вот по предыдущим видео, даже тот окунек подплывает, на этого мотылика смотрит и убегает от него. Ну, там, или двоих-троих съел мотыликов и уже обожранный поплыл куда-то дальше. Все, пойдем. Ну что, около часика мы уже ловим. Я сначала специально не стал снимать, потому что знал, что будет вначале тухло по поклевкам. Ну, честно говоря, и до сих пор тухло. Который раз убеждаю, что вот такая красивая солнечная погода для рыбки, она тоже не располагает. Клёву, к аппетиту, располагает к отдыху, наверное, где-то она зависает и греется на солнышке. Еще вчера и позавчера наши парни здесь были. Была позавчера дождливая погода, накрапывал весь день дождик пасмурный. У них довольно активный клёв был. Вчера уже было тихое, более... теплая погода, и у них уже было похуже с клевом, но поймали они и плотвы, и пару подлещиков. Не такие мегауловы, но как бы рыбу видели. Было довольно интересно, но сегодня совсем. Вот сидим мы троем, и как-то
Пока никак, только Олег с краю, он чуть-чуть ближе к выходу залива. У него три рыбки, ёршик, окушок и плотвичка. Вот проведя три рыбалки с подводными камерами, одна была вообще неудачная камера. В прошлый раз не захотела работать, 2 часа упирался. В итоге достала, там ничего не пишет. Бывает и такое. А вот 2 предыдущих более-менее такие получились. И какой вот вывод, что я понял в этом году, что осенью, ну я уже это говорил, что нужен кормовой мотель, где-то то ли земля, то ли какая-то суперобедненная мелкофракционная прикормка. Может быть, где-то даже и пылящая на плотву, чтобы немножко было вот движение на точке. Это первое. Скажем так, кормовой мотыль, прикормка, отодвинем ее в сторону. Пока что не важно и не ясно. Второе, видел я точно, что нужна точная локализация вот этого всего, то есть вот прямо в камеру закидывать, и несколько кормушек даже вот попадаю всегда почти в точку, даже если не попал, сразу вынимаю, не разбрасываю корм. Но даже вот это вот такой ширины кормовое пятно, вот здесь вот уже с краю размазывается рыба. То есть хорошо, когда оно бы лежало вот здесь, в таком тазике, чтобы рыба точно должна была приплыть и скушать здесь. Может быть, кормовой мотыль немножко бы изменил ситуацию, вот эту подводную. И рыбка, если бы становилась на него, и там бы клевала. Но вот пока что хочется, чтобы кормушка все время ложилась в тарелку такую, в таз, в ведро. Это второе, то, что я понял. Добиться этого... В принципе, довольно сложно. Даже вот 15-метровая дистанция, все равно стараешься. И вот очень важный момент точных забросов – это чтобы был точный ориентир. Вот сегодня у меня и дерево на той стороне, и рядышком травка блестит на солнышке. Но именно она то блестит, то не блестит. Четкого ориентира у меня нету. Как обычно, это камера там большой, такой торчит из воды. Столб. Он очень помогает точно закидывать. И то там 80% гуляет, даже на 15-метровой дистанции забросы. Поэтому на вот таких обычных рыбалках хорошо ставить какой-то маркер, если хотите добиться, вот, чтобы возрастала ваша точность забросов. Надо какой-то ориентир, то есть забрасывается поплавок карпа, выставится он возле точки, где-то это удилище маркерное, откладывается в сторону, чтобы его не цеплять. И тогда четко видно. Четко видно, куда ты забрасываешь. Если чуть-чуть не попал, сразу выматывать и не давать прикормки, не размазывать вот эту поляну. Только с таким ориентиром, четким рядышком, точно будешь знать, попал или нет, и точно будешь попадать, и будет вот тренировка будет этой точной дистанции. Ну и третий момент, что еще мне приглянулось в тот раз. Я что-то выскочило из головы. То, что... А, да, тоже важный третий момент. То, что у меня обычно вот 2 часа стоит камера, там час я до камеры ловлю. Что большинство рыбы обычно и у меня приходило к концу съемки. То есть надо все-таки иметь терпение в эту пару года. Если да, со старта там рыба хорошо клевала и активно отзывалась, может быть такое, что она потом и перестанет клевать. Но когда ее со старта нету, то нужно ее посидеть, подождать. И с каждым часом лучше и лучше становится. Все больше рыбы стягивается. Потому что она пассивная, стоит, не хочет плавать. Но постепенно собирается на корм. И ее становится больше и больше. Где-то там на 4-м, на 3-м часу, даже на 5-м. И она может довольно плотно стать на корм. Правил, конечно, нету в рыбалке таких, чтобы рыба там чему-то подчинялась. Но вот тоже как бы это я заметил. Сегодня я начал ловлю без стартового закорма. Просто сначала средней клеткой, 4 клеточки кормушечкой начал подавать корм. По 3 мотылика и земля, можно сказать, с небольшим содержанием прикормки. Где-то в темп в 2 минуты не работало. Так, полчасика посидел, чуть-чуть подрезал мотыля, думаю, ну, подрезочка мотыля тоже проверил. Так, несколько забросов тоже нифига.
Парни вчера говорили, даже пинка в прикормке на крючке не очень, в прикормке оживляла как-то клев. Подрезал опарыша с кастером, дал в кормушку. Как бы на предыдущем подводном видео это не пугало рыбу, но особо и не приманивало, но как-то вдруг бы сработало. Тоже не сработало. Олег поймал плотвичку после того, как сухой ароматики добавил сегодня. И ее тоже я попробовал несколько забросов. Тоже у меня не сработало. То есть все, что было, я попробовал. И пока вот сижу, жду. На точке у меня достаточно корма. Достаточно вкрапления вот этих вот нарезки. То есть, если рыба вдруг не надумает подтянуться, прийти на точку, то ей там будет в чем покопаться. Просто ее надо подождать. Похоже на то, что у меня поклевка была. Что-то дернуло. Еще и солнышко так сместилось, и прямо мне в квивер светит. Я уже ослеп практически. Даже очки такие притемненные, но... Реально засвечивает мои глаза. Да, поклевка вторая, второй держок. Оп. И хорошо так начало дын-дын-дын, да, добивать. Странно, что даже ёршики что-то не хотят. Приплыли бы хоть ёрши стали, но аллилуйя, у меня поклевка была, слава богу. Толчок, через несколько секунд еще один удар. И сразу за ним дрыжик пошел. Но рыбу я не засек, как всегда, первую. Точно забрасывать надо стоя. Ну давай, рыбулечка, давай. Где ж ты там? Чем тебя удивить, чем тебя порадовать, а? Или просто время нужно тебе дать, чтобы ты сообразила. Вот, 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 вот. Е-е, поклевка, давай, давай. Два раза, дёп, дёп. Дых такой один был, загибчик. Лихой. Вот он, еще один, вот. Вот, вот, вот. Есть. Ха-ха-ха-ха. Есть. Твою мать. 2 часа ждать этой единственной рыбки. Кто ты есть? Кто ты? Это плотва, зараза. Да, плотвичка. Сучка. Вот она, красавица. Морда ноябрьская. Блин, какая растянутая у нее поклевка. С ума сойти. Бум-бум. Бум. Пауза. Еще там что-то. Дуреть, блин. Как лещ клюет. Как она не хочет кушать сегодня, а? Один мотылик колечком. Пару штучек дам. На точку, может, как-то это ее там расшевелить, задержит. Вот солнышко спряталось, может, она боится этого солнышка. Его нету, нету, нету. Потом оно выглянет, рыба не знает, куда текать от этого солнца. Без ветра, конечно, песни забрасывают. Что-то предпринять. Наверное, я уже дорежу остатки этого моего мороженого живого компонента. Тылика туда грамм 20-25. Немножко там помучу воду. А! Сняшка. Просто сопли, бля.
Я эту плотву сюда привлеку, ёпё мать. А, солнце, зараза. Хера не вижу, куда они, да. Чуть-чуть вот получается, удилище не довожу. Где-то метр. И выдергиваю, чтобы она примерно упала на точку.